теперь новость последних минут. В Москве задержан бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. По их данным, параллельно в краевой администрации проходят обыски. Все это в рамках уголовного дела о махинациях в лесной отрасли. Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ обыскивают кабинет зампреда правительства Хабаровского края по вопросам безопасности и взаимодействия с федеральными органами власти. Напомню, в 2009 году Ишаев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.